Биджей Бляшкович представляет. Приветствую вас, геймеры, с вами снова Дмитрий, мы продолжаем гонять во второй день, я что-то как-то... Серчайте, но я что-то немножко сонный сейчас, наверное. Что-то не выспался. Поэтому я, может быть, был много тупить, но вы не серчайте. Все, положили. А, у меня дробаш полный. Че тупый? Дурак какой-то. Ладно. Красный, ребятки, ключик. Какой нафиг сейф? Я лоуд хочу взять. А, вот чё. Слава тебе, господи. Всех положили, правда, во втором слоте придется храниться. Из-за фиговости здоровья моего. Все, нормально. Тут, походу, синий ключ нужен. Да. Blue key. Open the door. Mm-hmm. Внизу телепорт. Ха. Ну нафиг. Верну свое здоровье. Оно у меня хорошее было. Так. Телепорт века, конечно. Красный ключ вот. Значит, мы его сейчас подберем. Все. Ну, на лавом вроде.
Да. В принципе, одно ранение. Это еще не так страшно. Так. Там двери нужны. А, птички. И я нажал какую-то штуку. А вот и выход, кстати, с уровня. Это... Ой. Так, вот моя красная карточка. Неплохо. Ладно, давайте проверим. Чё тут такое спрятано? Ясно. Не понял. А. Ну, теперь, в принципе, более-менее понятно. Ха-ха, на, закрыли. А, все. Теперь норм. Вот, вышел еще один. Ой, здравствуйте. Ранений много. Еще телепорт. Хм, деловой какой. Думаешь, я тоже дверь открывать не умею? Сколько секреточек, ребятки. Блин. Давайте лоуд сделаем, телепорт. Ой. Да, вот он. Ой, это я где? Куда теперь? Не, ну тут же можно как-то, наверное, спустить, то есть попасть, вылезти. Угробил сохранку, короче. Ой. Ой. Не полезу туда, там. Не понимаю, как вылезти. Тут ХПшки, в принципе, установить можно спокойненько. Отсюда вот так вылезу сейчас.
Бэк. А. Нет, мне походу придется добавлять на предварительном порядке. Херня мается. Да. А нет. Вот, всё. Ты уж испугался. Я надеюсь, желтого ключа там не было. Ты фигня. Ой, господи. А вот и синий. Ну чё, бычок? Замочили бычка. Так. Блин, тут какая-то платформа была. А, какие маны? Синий ключ. Ведь это там синий ключ нужен. Ой. Нет, это не тут. И не тут. Высвободил игрограф. Так. Все, я сюда теперь. Тупаем. Желтый ключ осталось найти. Но он, надеюсь, за синей дверкой. Ой, господи. Ну, хоть нашел. Так. Готов. Это я не помню. Не вижу. Почему я не помню? Я надеюсь, вот этой твари тут нет, которая медуша. Спасибо, друг. Помог немножко. С этими душами разделаться. Так. Там манкубус еще один. А нет, не манкубус. Ключи. А я с ним разобрался. В принципе, несложный. Дядя. Давай пособираю. Так, там аптечка еще с ним. Отлично. Ну, пошли. Забираем желтый ключ и валим с уровня. Так, тут никого паноса не случится ни у кого. Или золотухи. Потому что обязательно... А, нет, все-таки противники появятся сейчас. Бонусные. Вот тут уж сохранится. Куда они телепортятся, интересно. Поранили. Thank you.
поранили, но не сильно. Так, теперь надо вспомнить, где выход. Сухарня. Он, по-моему, тут должен быть, рядышком. С этим добром, бобром. Так. Вот. Господи. Относительно быстро. Но мы прошли. 76 килов, всего 58 дамаг, 25 секунд. Так, за 1 минут. Всего за 11 минут. Так, там какой-то монстр уровень. Так что. Кстати. 27-й уже. Так. Понятно. Точнее, нихера не понятненько, ну ладно. Так, в пулемете у нас патронов куча. О, давайте вот эти. Ой. Ой. Паучишку замочили. Аптечку. Ай, блин. Так. Ничего, так начало. Бодрое. Не будь у меня минигана, я бы задолбался бы передергивать мышь. Очень странно. Уже не странно. Я теперь все. Творите. Это меня очень сильно подстрелило. Баран попал. Тут аптечка. Всех положили. Так, тут синяя. Ой. Синяя дверь нужна. Ой. Тут видите. А. Нет даже. Нет, это тупо флажки, походу. Ой! Я еще не сохранился, идиот. Ваша мать. Болван. Валим команду, слушай. С дробашами. Чуваков. Всех загасили. Этих друзей мы с БФГ будем встречать сейчас. Я его только достану, подготовлю. Так, вместе с пульками. Тоже. Пульки пригодятся, писать. В общем, мой big fucking gun. Надо держать на готове. Сохраняшечку делать и... Мощный дядя.
Тут, блин, у меня вообще... аптечка была. Понятно. Ух ты! Я счастлив. Неимоверно счастлив. Двенадцать хп. Ребятки. Я в том случае сохранюсь. Так, ну тут ключи были. Ой, еще не уязвимость. Ух ты же, блин. Долго в себя приходить буду после этого левела. Так. Ладно, а тут что было? Аптечка и невидимость. Давайте. Невидимость, неуязвимость. Вот, отлично. Теперь я с вами разберусь. Вот так-то. В общем, ключик один мы с вами нашли. Теперь... а, куда теперь? Надо посмотреть. А, и еще кое-что. Тут аптечки были? По-моему, валялись пачки. Вот. Просто прекрасно. Теперь мы идем вот туда. Орешечку сделаем. Здравствуйте. Приготовиться. Ой, темень такая гребаная. Ненавижу эту темноту. Ну, они своими фонариками мне, если что, помогать будут. Так. Здравствуйте, ребята. С ними я сейчас тоже разберусь. Чё, все? Всех положу на этот раз. Да, вроде всех положу. Сейв сделал. Так. Тут кто-то появился. Кто только? Это либо Пинки. А, вот Пинки появились. Невидимые причем. Так что их сюда загоняем. Тут более-менее освещение есть. И фигач. Так, вроде все. Всех убили. Молодцы. Господи, тут даже очки появились для нас специально. Хелс бонус. Неуязвимость я попридержу, ровно как и очки. Я пока не уверен, что они мне пригодятся. Ой. А нет, пригодились бы, наверное. Вот с таким луком, если столкнешься, они обязательно пригодятся. Ну, я уж думаю, что тут все, больше никого нет такого.
Так. Значит. Сюда. Давайте. Тоже ни черта не видно. Дальше моего носа. Ничего не видно. Так что, зря я очки не взял. Давайте возьмем. Потому что я... тут еще и желтый ключ где-то, кстати, есть. Так. Ладно, давайте захватим эти очки. О, теперь получше стало. С освещением. Так, там дверка была. Ой. Да-да, там дверка есть одна. Да, мы и пойдем. Тут дверки с большой долей вероятности будут просить синий ключ, потому что тут вот это вот синий ключ. А нет. Не-не, порядок. Эй, дай мне мою дробь, сука! Блин. А. Поролись совсем. Да, выставочка. Так и ждут, чтоб нажал. Желтый ключ нужен. Желтый ключ у меня есть. Сейвик сделал. Сейчас мамушку завалю. Все, с муму мы разобрали. Вот лесенка даже. Как это прикольно. Короче, если что, отсюда можно будет на поверхность выбраться. Но мне пока сюда. Вот тут. Синий ключ или гандикап? Что это такое? Это синий ключ, ребятки. Вот его и возьму. Все, это мой ништячок. Никому не отдам больше. Так. Однако стоит проверить тут. Пожать кнопочку. Ой-о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 й
Замочи. Я мапу получил. Отлично. Так. И вот этот уж захвачу. Очень нужная вещь. Так, а вот это? Это, ребят, телепорт со всеми возрожденными монстрами. Просто отлично. А так точно такая же дверка. Ой. Контрольно сделал. Ха-ха, прикольно. Не, ну тут ништяки всякие разные есть.
Тут сейчас еще манкубусы могут вылезти, поэтому я захвачу тут. Ой, еще одна мапа. Супер энергия. Давайте я нажму на кнопочку, посмотрю, что будет. А ничего уж не будет. Прикольно-то. Ну ладно, пойдем. Весь. Дверь, ребятки, не открывается. Что надо сделать? Что сделает она? А? Глюк, что ли? Не, ну дверь не открывается. Что это за херня такая? Shotgun shells. Давайте я сейчас все хорошенько прожму тут. Если двери не откроются, я ноуклип введу. Потому что это... Это что-то нехорошее, неладное. Потому что такого в игре бы не было. Тут обязательно. Либо что-нибудь поражалось бы, либо... А хотя... Нет. Дверь не открывается. Ладно, давай. Ой. Вот так вот сделаю. Господи! Да что за пипец творится? Ужасы какие. Ой. Очень странные вещи. Короче. Так. Ну тут... Глаз две ракеты. Нет, опять эти сраные двери не открываются. В чем проблема? Конкретно, в чем проблема? Ой. Я случайно взял берсеркер. Ладно. Ну опять всех положили тут, ой. Случайно опять берсеркер подобрал. Ну а в чем проблема-то? Чё-то не догоняю. Вот на кнопочку я нажал. И чё? И чё теперь? Потому что на кнопочку нажали, но ни черта не получили вообще. Ничего, ой. Я случайно это взял. Что это могло быть вообще? Почему так происходит? Почему эта самая дверь не открывается? То, что это задумка азабов, это еще возможно. Но я что-то не думаю, что все так просто. Ладно, какой уровень? Я посмотрю. Если все-таки эта дверь никак не открывается, мне придется что-нибудь придумывать опять с этим трюком щитом. Так. Минутку. Пока у нас минутка высвободилась, скажу вам, что скоро выходит ордер.
скоро его пройдем. Вот. Такие дела. Текс. Не то. Это не то. Да. Очень странные вещи творятся здесь. Ребятки. А, вот. Вот момент, походу. Истины. Так, нет, не то, немножко, сейчас. И это не то. Это такая хрень творится, конечно. Мама не горюй. Вот, сейчас момент будет как раз истины. В общем, так. Тут в игрухе глюк случился. Один. Не открылась вот эта вот хрень. А это-то нет. Ну-ка, я лоуд сделаю. Черт. Ой, не тут. Вот тут. Не понял. А, ну-ка. Нет. Все норм. Но почему-то у меня вот именно не норм. Все. Тут должна хрень, короче, какая-то открыться. И отсюда скелеты должны выпрыгнуть. Короче. Фая. Давайте еще раз положим, только честно. И спрятан я за стену. Так, ну все. Дверку открывай давай. Что-то скрип не срабатывает какой-то. Ну тут должно работать. Вроде бы. Ну-ка. Или может, когда они атакуют, надо на кнопочку-то нажимать. На эту гребаную. И что-то в тек... Не, я что-то в текстурах плаваю. Нет, тут должно работать. Должно работать. Но у меня почему-то не работает. Почему? А, стой. А, нет. Ладно, еще один раз лоуд сделаю. У меня еще одна маленькая идея есть, и она будет последней. Если нет, то пойдем ногти повеселимся. Нихера. Это тут по скрипту должно вылезти скелеты. Но почему-то они не вылезли. Вообще никто не вылез. Ни черта. Да. Это какой-то глюк. Кавайный. Ладно, пойдемте тогда. Через ноклип зайдем в дверку и завалим там всех обитателей.
А, спусти. Блин. Я могу хоть схитрить немножко. Раз возможность появилась. Так. Ой, блин. Этого хоть замочил. Чмога. Да, там дверки открываются. Сейчас. Нет, тут здоровья нету пока. А, вот это что? Не понял, не подбирается. Все, всех положили. Сохраняшку сделаю в третий слот. Потому что у меня действия, конечно, противоправные, но они вынуждены. Потому что тут по скрипту должен был вылезти скелет оттуда и открыться дверь здесь. Ой, блин, я же забыл. Снова прописать. Простите, пожалуйста. Так. Ой, вот дверка открылась, я вылез. Все, теперь считайте, что этого читерства не было, что все пошло как надо. И ничего не глючило. Ой, здравствуйте. Вот, теперь все будет работать как часы, я надеюсь. Это, кстати, у меня Doom 2 из Doom BFG Edition, поэтому... Может быть, и косяки есть. Проблемы с оптимизацией в BFG Edition, я про это читал. Ладно. Так. В каком слоте я сохранялся? В этом? Нет. В первом. Я вообще не сохранялся, что ли? Олень. Я хотел сохраниться, что-то не сделал то. Ладно, все. Все, теперь. Минутку. Сейчас я шумоизоляцию устрою. И теперь... Ой, я даже невидимость нашел. Красавчик. Сам себе удивляюсь. Ой, блин. Все, всех положу. Так. Неуязвимость лежит. Ой. Куда от меня с телепортит? Ой. Говорю, что... Если я снова не сохранился, я буду ругаться. Господи, что за человек? Надо же было сохраниться. Любой нормальный человек бы в моей ситуации сейчас сохранился. Но я ненормальный человек, по всей видимости. Ой. О, ну я зато хп не потерял. Как я устал уже этот чит вводить. Этот клип. Давайте вот так. Все, положил этого урода.
командосов положили. Невидимость взяли. Штуки взяли. Всю херню взяли. И все. Сохраночка во второй слот. О, а теперь файер. Валим этих скелетонов. Бесит очень сильно. Все, всех положили. Можно теперь первый слот сохраниться и спокойно пособирать все штучки. Здоровье и прочую хрень. Так. Ой-ой-ой, здрасте. Вот кто меня тянул за задницу, чтобы я вот эту вот хрень тянул? Нафиг она мне вообще снится? Ну ладно. Козлы это еще не самое страшное, потому что мы нас пущены. Ладно, я прощаю самого себя. Меня еще ни разу не ранили. Все, всех положили. Просто прекрасно. Ладно, давайте. Где тут выход с этого уровня? Что-то очень знакомое. Тут имплины. А, это не имплины, это эти ж скелетуны. Так. И это что, я не знаю за хрень? По-моему, мы там уже были. Так. А, вот оно. Да-да-да-да-да. Я помню это местечко. Ладно, в желтую дверь идем, да? Или какая это дверь, вообще не понял. Какого она цвета. Тихо-хо. О боже. Господи боже. Ну вы чё вы дома не сидели здесь? Ну хоть у... Если бы у меня не было гандикапа, я бы вообще сейчас ждал. Этих коричневых придурков всех передавил-то хоть. Задали они очень сильно. Самый мерзкий монстр из всех. Потому что он не атакует, он херней мается. Жизнь мне усложняет. Так, ну, давай, все, не ломайте. Так, бензопила, ну, она у меня уже есть. Давно, 100 лет уже, как бензопила у меня. Чок. Господи, боже мой! А этот идиот, кстати, еще не сохранился, в вашем сведении. Его атаки не повернешься же еще. Я еще не сохранился, что ли? Твою мать. Так, этого дебила положить надо. Блин, ты хер прям. Сейчас занимаюсь и растрачиваю очень нужную вещь. Поэтому
Давайте возьму что попроще. И баню подберу еще. Так. А на кнопочку нажму после сохраняшки. Сейчас только вот эти вот только нажму. И, типа собираю штуки. Все, сейф делаю. И давай, ничего. Так, сейчас вот этот кретин вылезет, я его встречу. О, там где. Он не сдох. А, ну теперь сдох. Все хорошо теперь. С одного выстрела он обычно умирает. Че сейчас? Так, ломался. Уродец. Так, все. Телепорт и какая-то хрень. Это выход. Давайте посмотрим, что в телепорте. А, в телепорте хрень. Давай. Пошли. С уровня этого уже. Он у меня уже в печенках сидит. Так. 85 килов, 46 итомов, 50 итомов. Если бы не кривожопость того скрипта, который должен был скелетов раскрыть, то я думаю, неплохой такой левел был. Ладно. С авигами, во-первых. Во-вторых, давайте, наверное, еще поиграем немножко. Так. Ой-ой-ой. Господи. Пока вот этих картинок не вижу, придется тут отстреливаться. А, вот все вижу. И выстрела с БФГ у меня есть. Так. Кто это там? Кто это там? Какой умный. Так. Что-то не вижу. А, вот. Он, наверное, от стаи отбился. Так, что-то имплинов тут слишком много, мне кажется. Это еще что за чудо-юдо стенка? А, ясно. Стенка невидимка. Все. Понятно. Так, туда попозже залезу. Все ништяки подобрали, может лезть. Смотреть, что тут. Да. Не, ничего интересного не вижу. Какая-то хрень только. Да. Разрисована. И все. Да. Ну все, я, короче, вышел. Давайте смотреть, что еще. Ой, господи. Это знаете, что означает? Это означает big fucking gun. Все, замочил его.
с одного выстрела замочил. Очень меня бесит вот эта вот тварь. Чуть ли не больше, чем вот тот, помните? Который душами плюется. Негодяй. Вот они, два брата, которые меня бесят. Так. Значит. Что-то я не понимаю пока, что нужно сделать. Мы, походу, в ад пришли. Или в базу демонов на земле. Куда-то туда. О, ракета. Так-так, ну, все, там были, получается. Тут, по-моему, тоже были. Но мозгов что-то не хватает. Куда идти? И зачем тем более? Странный левел такой. А хотя, подожди. А нет. Нет, не туда, к сожалению. Ладно. Ну, с другой стороны, мы всех пола... А, не всех. Вот этого еще не положили. Так, ну вот его положили, и теперь все. А, вот. Тут мы еще, по-моему... Нет, тут мы были. Тут мы уже, ребятки, были. И это очень плохо, потому что, когда я не знаю, что делать, я обычно завершаю игру. Ну или когда уровни кончаются. Вот сейчас не та ситуация, что мы... уровень закончился. Потому что нужен желтый ключ, как я понимаю, да? Но где его достать, вопрос большой. Тут были. Я еще раз понажимаю тут. Вашего позволения. Потому что мне кажется, что ты пропустил что-то. Может, опять скрипт не сработал, как в прошлом году. Нет. Нет, нет. Все, все вроде нормально. Так. Ладно, я себя выстрелю. Нет? И тут нет, потому что... Стоять, открылась дверка. Видите, сразу. Сразу дверка открылась, только тут красный ключ. Кто? Так, это кто там? В том случае, сохрани, чтобы не пожалеть потом немножко. Так. Вообще могу. Ладно, красный ключ нужен, на видимо дверь какая. И сюда стрельну, тут тоже что-то открывается. Ой, красный. А я понял, почему БФГ 2 патрона. Почему БФГ такой? Эконом энергии. Сходился. Сходите. Влезайте, давайте. Взять. Все? Надеюсь. Потому что я не знаю, что делать дальше. Так. А вот, желтый ключик. Желтый ключик нам нужен будет в начале в самом. А кстати, как в начало самое залезть, а потом. Интересно. Так, и еще кое-что. Тут эти милые друзья как-то залезали. Так. Сейчас. И со второй стороны тоже проход какой-то должен. Ага, вот. Все.
Так, нету никаких, к сожалению. Так, все. Тут еще разок, по-моему, красная. Да, рыбки. Ну-ка, тут стрельну, с вашего позволения, но тут ничего не откроется. Я сейчас пистолет на вооружение возьму, попользуюсь, постреляю в разные точки на карте. Так. Так, тут хрен поднимешься, как я понимаю. Стоять. Нет, тут что-то спускалось. Что-то спускалось. Что спускалось? Сейчас. Ну-ка. Упоролись, конечно, тут немножко. Ребята. Так. Нет. Что-то ничего. Никаких этих штук. Ни хороших, ни плохих. Ничего. Блуждаю я. На этом, наверное, стоит завершить. Нет, тут какая-то платформа гребаная открывается. После того, как я прожимаю, какая-то платформа открывается. Ну, я не знаю, просто пока. Так, давайте простреляем, может, немножко. Потому что там рыцарада был где-то. А, вот оно что. Это маленький или большой? Тут, видимо, целый набор. Знаю. Вот у меня здоровье.
Ой-ой-ой-ой, чё они? Господи. Здоровье это не падает. Слушай. Одна. Вот этого дорогого друга. Положил. Стальными будет попроще. Совсем. Одна хорошая новость, да. Ладно. 4 ракеты. Есть. Сейчас добью этих гадилов. Чё, бронированный, что ли? Вы посмотрите, наглый какой. Мне сейчас кибердемона еще дали бы. Да. Ладно. Короче. А че, удар кулаком что, не работает, что ли? Как пила? Ну, лохерина. И чё мне это даст? А, паучок сюда приперся. Ладно. Блин, ну чё мне это даст? То что? Не, ну... Ну, по идее, с пистолета стрельнуть куда-нибудь надо. Потому что до туда не долечу. Ладно, давайте. Пропишу. Все равно сегодня злостным негодяем был. Ноу-клип использовал. Вот. Хоть этого уколбасил. Так. Ай, блин, я же еще такой лошарь, все виды ключей теперь. Еще сильно читаю, козел. Я вообще не хотел этого, хотел только патрон давать. Чтобы этого паучка завалить и простреливать, что-то нужно.
хоббит. Ладно. Тут там же стрелять надо было. Очень много. Помните? Какой-то умысел у этой байды есть. Какой только вопрос. Потому что спринтом вот эти ништяки не собрать. Но, видимо, тут что-то было. Ладно, наверное, сейчас прожму все. Если не найду никаких интересностей, то завершу эпизод. Да, придется завершить пока эпизод, потому что не знаю, в чем дело, в чем проблема. Вот. Ну что, я могу, конечно, вот сюда подняться, посмотреть, что тут. Но тут только... А, тут... Ребятки, я клинический идиот, надо будет... Я не сохранялся вроде в эпизоде, поэтому... Надо будет мне потом, когда я буду продолжать запись, я не буду сейчас сохранение делать, загружусь и подберу вот эти вот замечательные штучки, чтобы доколбасить последнего паука и чтобы потом, ну вы поняли, чтобы я смог спокойно понять, в чем же смысл дальше, как дальше пройти. Потому что тут задачка не для моего мозга уж точно. И так что-то сонный был, когда гонял тут. Тут вообще хрена понятия нет. Что тут как? Зачем, почему? Ладно. На этом тогда все. Пока. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте лайки. Всего доброго, увидимся. Продолжим прохождение. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.